Поехали! Вас приветствует Саныч на своем футбольном канале. Решил я его открыть рубрикой «Легионеры СССР». Веду я ее на своих блогах в интернете недавно. Тема хорошая, очень интересная. И хоть многим неоднократно спаханная, но думаю, моя интерпретация заиграет новыми красками. Изменять своим принципам не буду. В рассказах о футболистах, клубах, сборных и турнирах, где они принимали участие, часто буду описывать то время, когда они происходили. Это чтобы можно было понять, в каком мире мы тогда жили. То есть буду вещать то, что видел сам, ту эпоху, которую застал вместе с футболистами, о которых поведу речь. Теперь к сути. Открывая легионеров СССР самым громким трансфером советского игрока Александра Заварова из киевского «Динамо», плюс минчанин Сергей Леников, который пришел в «Ювентус» для моральной поддержки Заварова. Для затравки. Когда обратил внимание на Заварова владелец «Ювентуса» и автомобильной фирмы «Фиат» Джани Аньелли. Как Заварова оставил нищим советский госкомспорт. Трансфер Заварова в «Ювентус» – высший мировой шик. Последние советские гастроли Заварова. Как корабль назовете, так он и поплывет. Неудачный дебют Заварова за «Юве». Откуда растут уши у слухов про хет-трик Заварова в Кубке УЕФА и возможный переход к нему в «Юве» Михаличенко-Протасова во главе с Лобановским. Олейников в помощь Заварову для скорейшей адаптации. Фирма «Диамод» устроила Олейникову развод. Алессандро Дель Пьеро, лучшие русские игроки, Олейников и Заваров. Послужной список Заварова перед вами, и можете сами его прочитать. Скажу только, что Александр начинал в «Заре», тогда Ворошиловград, ныне Луганск. Как он служил в ростовском СКА, это история для отдельного материала. Для нас важен факт, что после своего дембеля в «Зарю» Заваров усилил киевское «Динамо», где блистал всеми гранями своего таланта 6 лет. Пик популярности и признания нашего Саши пришлись на 1986 год, впрочем, как и на все киевское «Динамо». И вот после чемпионата Европы 1988 пошли разговоры о возможном переходе Заварова в «Ювентус». Блистал тогда Саша Заваров, как в лучшие свои времена, демонстрируя дриблинг и высокое мастерство паса. Наблюдая за его игрой, было откровенно жаль, что скоро он покинет Киев. Как раз в начале августа советский спортивный мир, да не только спортивный, судачил о скором переходе Заварова в туринский «Ювентус». Там «Динамовец» должен был стать заменой самому Мишелю Платини. После ухода великого француза из большого футбола, старая сеньора действительно стала старой и напрочь провалила сезон 1987-88, еле-еле зацепившись за шестое место чемпионата Италии, дающее право на участие в Кубке УЕФА. Так что скауты прославленного клуба были в поисках подходящего варианта. А тут Заваров вместе с партнерами по советской сборной Валерия Лобановского в полуфинале чемпионата Европы разрывает их скаудру Адзуру, беспредельно властвуя в центре поля. Причем представители Барселоны во время Евро 1988 в Германии атаковали Заварова с предложением перейти в их синегранатовый клуб за 3 миллиона долларов, что придало небывалое ускорение старой сеньоре в этом плане. Поговаривали, что владелец «Юве», а заодно и всемирно известной автомобильной фирмы «Фиат» Джани Аньелли загорелся желанием приобрести Заварова с 1986 года, когда увидел «Динамовца» в международных матчах. После чего буквально влюбился в игру этого универсального технаря, который мог в одиночку решить судьбу матча. Тем более, что лидер «Ювентуса», непревзойденный француз Мишель Платини, после окончания сезона 1987 решил завязать с большим футболом. 5 лет благодаря Платини старая сеньора держалась среди лидеров мирового футбола, выиграв все трофеи, которые только возможно. 2 чемпионата Италии с национальным кубком в придачу. Кубок обладателей кубков 1984. На следующий сезон кубок европейских чемпионов, плюс суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок. Как только Платини ушел, и сразу же последовало падение старой сеньоры на 6-е место в «Скудетто».
А тут вот она, замена Платини, Италию в полуфинале Евро 1988 со своими партнерами разрывает. Что окончательно убедило Аньели, нужно брать. Что хотите делайте, но чтобы этот кудрявый русский, который выставил оборону сборной Италии клоунами, был в Ювентусе, скомандовал президент туринского клуба своим агентом. Так что представители Юве ничего уже не могло остановить. Пошли в ход давние связи с СССР, Аньелевского фиата, ведь по дорогам огромного союза уже давно бегали итальянские фиаты ВАЗы, называемые в простонародье Жигулями. При помощи Аньели в Горьком был построен огромнейший завод АвтоВАЗ, а теперь Джани хочет, чтобы по полям Италии за его Ювентус бегал советский Заваров. И сумма приличная полагалась — 3 миллиона долларов, плюс личный контракт для советской звезды на 150 тысяч зеленых. Совинтерспорт, с которым велись переговоры, дал понять представителям Аньели, что нет ничего невозможного. Итальянцы уже было обрадовались, но тут в переговоры включились несколько новых фигурантов. Федерация футбола СССР, Центральный совет «Динамо», который базировался в Москве, и Лобановский. После чего сумма трансфера Заварова выросла до 5 миллионов долларов. Плюс Валерий Васильевич выторговал для своего киевского «Динамо» клубный автобус, два фирмовых автомобиля, комплект такой же фирменной формы, плюс проведение за счет Ювентуса сборов в Италии и товарищеские у матча. А тут еще центральное общество «Динамо» держало нос по ветру и быстренько создало с итальянцами совместную фирму «Диамот», имеющую все права на динамовцев, которые будут переходить в Италию. Но представителей Ювентуса уже ничего не пугало, и они согласились на все условия советской стороны. Главное было заполучить Заварова. Кстати, Александр будет получать в Юве всего 1200 долларов, что в десятки раз меньше его одноклубников и в сотню той месячной получки, которую гарантировал Заварову Ювентус. Московские чиновники Госкомспорта постарались. А заодно и получили половину от 5 миллионов трансфера Заварова. Вот в такое время мы жили. Государство откровенно грабило спортсменов. Официально утверждалось, что эти деньги шли на благое дело. Но, думаю, из этого мощного финансового потока на развитие спорта тек лишь небольшой ручеек. Все остальное оседало в карманах государственных чиновников. И не только от спорта. Но вернемся к трансферу Заварова в 5 миллионов долларов. По тем временам это попросту высший мировой шик. Для сравнения, аргентинец Диего Марадона перешел в Наполи из Барселоны 4 годами ранее за 8 миллионов. Руд Гуллит из ПСВ Эйндховен усилил Милан в 1987 за 8 миллионов 900 тысяч. Это был рекорд. Подобные трансферы происходили очень редко и заключались только с мировыми звездами первой величины, среди которых и Заваров. Для сравнения, трансферы 1988 года. Для того, чтобы купить Заварова, Ювентус возвратил английскому Ливерпулю валийского нападающего Иоана Раша за 3 миллиона 600 тысяч долларов. Барса, которая тоже намеревалась приобрести Заварова, возвратила английскому Манчестер Юнайтед Марка Хьюза за 2 миллиона 300 тысяч. Надежда футбольной Англии 21-летний Пол Гаскойн перешел из Ньюкасла в Тоттенхэм за 2 миллиона 600 тысяч. Да что там говорить, когда Марко Ван Бастен годом ранее был куплен Миланом у Аякса за 1 900 тысяч. Это чтобы всем стало ясно, какой небывалый международный резонанс вызвал переход Заварова в Ювентус. Это был топ-трансфер летнего межсезонья 1988. Мы, болельщики, конечно же, радовались, что Заваров перейдет в сильный клуб, который очень высоко котируется в футбольном мире. Рассуждали, что Ювентус — это для Заварки именно то, что нужно, и он там раскроется во всю мощь своего недюжинного таланта. Но одновременно было как-то грустно, что больше не увидим в чемпионате Сашкиной суперигры. Так что советские любители игры миллионов ловили кайф от последних заваровских гастролей, которые он давал по Союзу. Саша Заваров давал свой последний динамовский концерт в Киеве 3 сентября 1988 года. Несмотря на то, что соперником был аутсайдер чемпионата СССР Кайрат из Алма-Аты, на республиканский стадион пожаловал 69 тысяч зрителей, чтобы еще раз увидеть цирковые номера своего Заварки. Его неподражаемый дриблинг, искусство паса, и никакой проливной дождь не мог спугнуть истинных ценителей футбола. Ведь теперь они, если увидят игру Заварова, то только по большим праздникам сборной СССР.
И то, если главная команда Союза будет приводить свои домашние поединки отбора на итальянский мундиаль 1990 года в Киеве. Хотя в этом никто не сомневался, ведь основа сборной было киевское «Динамо». Так что вполне резонно, если советская команда будет играть в украинской столице, дабы лишний раз не напрягать ее основу длительными переездами в подмосковный Новогорск, где находилась база сборной Союза. Заварову хоть и не удалось забить напоследок, но именно он был конструктором динамовских атак и подносчиком снарядов для своих партнеров, которые поразили ворота Кайрата трижды. После Александр с грустью вспоминал: «Это была особенная для меня игра. Я с трудом сдерживал свои эмоции, так как я, как оказалось, навсегда попрощался с киевской публикой. Даже итоговые 3-0 в нашу пользу не могли снять испытываемое мною психологическое напряжение». Походу, сие напряжение не спало и в Ювентусе. А пока что Заваров после прощального концерта на Республиканском стадионе со спокойной душой рванул в Италию дышать воздухом свободы. Ведь теперь не будет утомительных предматчевых сборов с легендарными космическими нагрузками Лобановского. Сыграл календарный матч и езжай на собственной иномарке к себе на хату наслаждаться всеми прелестями жизни на загнивающем Западе, что Сашу изгубило. Как тогда любили говорить, менталитет не той. Это как рабу, ставшему свободному, очень трудно приспосабливаться к самостоятельности без нагоняя надзирателей. Так и советским футболистам первой легионерской волны было очень нелегко перестроиться на свободный график жизни, когда над душой никто не стоит и никто не следит за соблюдением тобой режима, ведь ты же профессионал, сам должен понимать, когда режим нужно соблюдать, а когда можно и нарушать, да и вообще. Сам себе он и режим назначаешь. В сентябре началась летняя Олимпиада 1988 в корейском Сеуле, из-за чего старт чемпионата Италии был перенесен на октябрь. Зато проводились кубковые матчи, в которых Ювентус, Наполи, Рома, Милан, Верона, Торино, делегировавшие своих игроков в олимпийскую сборную Италии, играли не сильнейшими составами. Дебют Заварова за Юве пришелся на кубковый матч против Асколи 14 сентября 1988 года. 27 тысяч зрителей с красными советскими флагами пришли поддержать Сашу, но в итоге покидали стадион разочарованными. Их команда проиграла 0-2. Причем первый мяч влетел в ворота Юве после штрафного рикошетом от ноги Заварова, замыкавшего стенку. А потом Саша еще в первом тайме неудачно заехал ногой в рекламный щит, травмировался и был заменен. Впрочем, владелец Юве Андели не терял оптимизма и шутил, мол, «Шоу русского меня позабавило. Шутки шутками, но тут же вспомнилась поговорка: как корабль назовете, так он и поплывет». Свой первый гол в чемпионате Италии Заваров забил во втором туре 16 октября 1988 года Чезене. Матч завершился в ничью 2-2. В Юве Заваров был диспетчером, как потом он и вспоминал. Сначала выполнял эту функцию один, но потом тренер Дино Дзов предложил перейти на левый край полузащиты, поближе к передней линии атаки, и уже оттуда организовывать игру. На правом же краю симметрично располагался португалец Баруш. Вдвоем мы и дирижировали игрой Ювентуса. По задумке Дзофа, в команде тогда на острие атаки был лишь один форвард. При мне на этой позиции по очереди играли Альтобелли, Скиллачи, Казираги. Многие туринские болельщики были уверены, что эти форварды и в сборную Италии попали благодаря нам с Барушем. Ведь почти все голы они забили после наших передач. Самого Заварова в сборную СССР на официальные матчи Лобановский вызывал постоянно. Спустя 3 дня после своего дебютного гола за Юве Заваров отличился и в составе главной команды страны. 19 октября при 95 тысячах зрителях на Республиканском стадионе в Киеве советская команда уверенно обыграла Австрию 2-0 и набрала после двух матчей отборочного цикла итальянского мундиаля 1990 3 очка из 4 возможных. Особенно блистал на поле Саша Заваров, закрепивший успех сборной СССР. Заваров выдал одну из лучших игр в своей карьере, и это при том, что сборная Союза вышла в довольно неожиданном составе, и про сыгранные годами связки между футболистами не могло быть и речи. Посмотреть видеообзор матча все могут по ссылке в описании, впрочем, как и другие видеоподтверждения блистательных феерий игроков прошлого, в данном случае Заварова и Леникова.
Как все уже поняли, вносить видео в свой материал я не решился. Лучше уж вы сами, уважаемые болельщики, после просмотра моего рассказа зайдете по ссылкам, которые указаны, и по желанию посмотрите интересующее вас видео. Возвращаюсь опять к своему рассказу. После отличной игры в составе сборной СССР снова пошли разговоры, что у Заварова все будет в Ювентусе нормально. Сам Аньели говорил, что именно вот такого Сашу, взрывного, решительного, держащего нити игры в своих руках и завершающего атаки, он и хочет видеть в своем Юве. Хотя, может, это и слухи. Кстати, про них, родимых, про слухи. Помнится, в 20-й день моего рождения, 11 октября 1988 года, Ювентус разгромил в ответном поединке 1/32 финала Кубка УЕФА румынского Силул 5-0 и пошагал по турниру дальше. Я в то время отдавал свои 2 года для народа в войсках связи. Служил на ЗКП Краснознаменного Закавказского военного округа в древней столице Грузии Мцхета. Так вот, узнаем мы, бойцы срочной службы, результат ответки Юве и стали его бурно обсуждать в курилке. Пришли к выводу, что Завару по-любому хоть один гол, но забил. Тут прибегает салага из телеграфа из порога: «Заваров сделал хитрик! О-о-о!» Что привело нас в бурную радость. Как оказалось позже, это была утка. Уже после дембеля, в январе 1989-го, перелистывая дома подшивку киевской спортивной газеты, которую в мое отсутствие выписывали и собирали родители, и действительно вижу сообщение, что Заваров забил 3 гола у Целулу. А в следующем номере опровержения, мол, позвонил в газету болельщик из румынского приграничья и сказал, что видел матч с голами Заварова. Газета, не проверив инфу, решила порадовать украинских футбольных болельщиков такой сногсшибательной новостью. Вот и родилась газетная утка. Ведь из-за заминок с переходом Заварова, связанных с советской бюрократией, для которых сие было в новинку, Ювентус не успел его заявить на осеннюю часть Кубка УЕФА. Так что в четвертьфинал этого турнира старая синьора пробивалась без помощи советского легионера. И не стоит удивляться, такие фейки в то время были привычным делом. Интернета не то, что не было. Даже такого понятия не существовало. По крайней мере, широкой общественности оно не было известным. И очень часто СМИ, гоняясь за сенсациями, озвучивали непроверенные сообщения. Только вот мне до сих пор не ясно, откуда салага на нашем узле связи узнал утку из спортивной газеты. Разве что с одесским финалистом был на связи. Но это еще про слухи, связанные с Заваровым, не все. Летом 1989 года пошла новость, которая взорвала весь простор СССР. Александр Заваров вернулся в Киев и вскоре проведет разговор с Лобановским. Несмотря на то, что на советском ТВ-пространстве не транслировались матчи зарубежных чемпионатов, пресса довольно активно описывала сильнейшее первенство мира. Поэтому было прекрасно известно, что у Заварова дела в Ювентусе, мягко говоря, не ахти. Причем играть хуже Александр не стал. Конечно же, наша Заварка уже не делала футбольный чай крепости сезона 1986 или вот полуфинала Евро 1988 с Италией. Но и своего мастерства Саша не растерял, что доказывали матчи сборной. Просто в Турине надеялись увидеть второго Мишеля Платини. Но эту роль лидера Заваров явно не потянул. Да, он был звездой мирового класса, но далеко не избранным, как Платини, Кройф, Марадона, на своем горбу вытаскивающие суперклубы на вершины признания. Подобное могли сотворить только футбольные боги, коим Заваров, при всем к нему моем уважении, не являлся. В общем, еще до окончания сезона в серии А муссировались слухи, что Ювентус ищет на место Заварова другого исполнителя. Тогда и возродились надежды на то, что наш Саша вернется в Киев. Тем более, что с Лобановским будет разговор. Только вот не писалось, о чем именно. Может, тренер и его бывший подчиненный просто о жизни хотели поговорить. Ведь могло же Валерию Васильевичу быть интересно, как там Заварову живется в Италии. Это так мы шутили между собой, когда обсуждали возможность возвращения Заварки в киевского Динамо. Это ж каким идиотом нужно быть, чтобы из Италии, где ты свободен и живешь в шикарных условиях, которые другим футболистам только снятся, снова вернуться в СССР, да еще под жесткий контроль Лобановского.
Хватит Сашки и вызова в сборную, тем более, что сам Дурия к нему интерес проявляет, зубоскалили мы. А Самбо в то время как раз заявлял о себе как о новой силе не только в чемпионате Италии, но и Европе. Только вот мы как-то не подумали, что возможен и обратный вариант. Это не Лобановский обсуждал с Заваровым вариант возвращения в Киев, а наоборот, футболист от имени Аньели делал тренеру предложение возглавить Ювентус, прихватив с собой Алексея Михаличенко и Олега Протасова. Эта идея проталкивалась представителями Юве через советско-итальянский Диамот, о котором я уже здесь упоминал. И завертелось, понеслось. Все дело в том, что руководство Ювентуса посчитало, что Заваров не акклиматизировался в Италии, потому что оказался один на один с реалиями чуждого ему капиталистического мира. Отсюда и закомплексованность в общении с журналистами, которая трансформировалась в неуверенные действия на поле. Поэтому решено было прикупить к нему в союзе бывших одноклубников экстра-класса на пару с тренером мирового топ-уровня, коим являлся Лобановский. Опять же, сие было на уровне слухов, которые официально никем не подтверждались. Но если бы такая оборудка удалась, то интересно, как бы выглядел Ювентус под руководством Метра с Заваровым, Михаличенко и Протасовым в составе. Это была бы бомба, причем ядерная, которая так и не взорвалась ввиду невозможности такой сделки. Быстро поняв это, Юве сосредоточился на покупке только одного классного советского игрока, чтобы Заварову не скучно было и адаптация прошла быстрее. Вдвоем, как известно, и батька легче бить, и все тяготы и невзгоды загнивающего Запада переносить. Имен называлось несколько. И если бы не травма Алексея Михаличенко, то, вполне вероятно, именно он составил бы пару Заварову в Ювентусе. И Госкомспорт не артачился бы. В Москве могли зарубить уже согласованный переход Владимира Вайса из Чехословакии в Киев, дабы не усиливать и без того мощную сборную Украины. А ослабить команду Лобановского всеми доступными способами – это в Москве запросто. Там недоброжелателей киевского «Динамо» было завались, особенно в Госкомспорте. А тут, кроме ослабей, ведь и бабла можно было срубить. Вон, за Заварова из 5 миллионов 2 ушло в Москву. Хотя поговаривают и про большую сумму. Но нужно признать, и доброжелателей Лобановского в Москве тоже хватало. Это жизнь, а наша жизнь – игра, борьба, движение. В общем, «Динамо». В конце концов, совсем неожиданно в Турин на подмогу к Заварову уехал лидер минского «Динамо» Сергей Олейников. Думаю, от такого перехода уже тренер минчан Эдуард Малафеев не был в восторге. Но гроши сыграли свою основную роль. Сергей Олейников был отличным футболистом, который мог сыграть практически на любой позиции. Кроме вратаря, конечно. Поэтому он был востребован Лобановским сборной СССР. По мне, так Сергей лучший из минчан. За свой переход в Ювентус Олейников должен благодарить Александра Заварова, у которого не заладилось в Турине. Вот для быстрейшей адаптации в непривычных условиях дикого капитализма на Западе руководство Юве решило приобрести Заварову партнера по сборной. А так как у киевского «Динамо» вряд ли можно было еще раз выдернуть топ игрока, Лобановский в свете кадровых потерь из-за постоянных травм ни за что бы не согласился на трансфер еще одного лидера, выбор пал на минчанина Олейникова. От Сергея, в отличие от Заварова, звезд с небес Италии никто не требовал. Здесь лучше самого Олейникова никто не расскажет. Лобановский не пытался вас переманить в Киев. После чемпионата Европы в Германии был разговор на эту тему. Валерий Васильевич деликатно поинтересовался, как я смотрю на то, чтобы приехать в столицу Украины. Но к тому времени уже трещал железный занавес, и мы все смотрели в сторону Западной Европы. Через год я уехал в Ювентус. Ювентус заплатил за вас 2 миллиона 850 тысяч долларов, присовокупив к означенной сумме современный автобус и микроавтобус. Минскому «Динамо» перепало хоть что-то из этих благ. Я во все детали не вникал. Что там и кто дербанил, точно не знаю. Если не ошибаюсь, моей продажей занимался не ПСОВ «Интерспорт», а Центральный совет спортивного общества «Динамо». Они передали права на меня итальянской фирме «Димот». А родному клубу достались вроде только автобус, комплект формы и возможность в течение 3 лет раз в год проводить сборы в Италии.
А что за пункт в контракте, согласно которому владеющая правами на Аленникова компания получала 1 миллион долларов в случае вашего ухода из Ювентуса через год? Сейчас это кажется невероятным. Но тогда все так и было. Вся моя проблема заключалась в том, что в СССР к тому времени еще не было системы контрактов, а рядом со мной человека, который мог бы мне все грамотно растолковать. Перед отъездом из Минска мне сунули чистый бланк и сказали подписать. Дескать, в Италии заканчивается период заявок, нужно срочно оформлять твой трансфер. Я и подмахнул. Как уже потом узнал, в составленном контракте действительно значился этот пункт. Если через год Ювентус выставит меня на трансфер, он автоматически выплатит фирме Димот 1 миллион долларов в качестве штрафных санкций. Стоит ли говорить о том, что Димот был крайне заинтересован в том, чтобы я по окончании сезона в Турине сменил клуб. По приезду в Италию Аленникова поражало многое. Особенно касаемо того, что было в Союзе строго запрещено. Вот что он рассказывал. Когда на обеде в ресторане на столах у футболистов увидел вино, несказанно удивился. Надо мной тогда взял шестой чемпион мира 1982 Гаэтано Ширеа. Помню, налил себе вина и мне предложил. Я, конечно же, отрицательно замотал головой. А когда он закурил и предложил мне сигарету, удивился еще больше. Снова замахал руками. Увидел на лице Гаэтана удивление. Ширия даже пошутил. Не пьешь, не куришь. Что ты за футболист такой? Добила же меня сцена, как после обеда игроки подходили к тренеру Дино Дзофу и прикуривали у него. У нас тогда в Союзе существовали порядки пожестче. И в Минском Динамо, и в сборной СССР можно было закурить украдкой в таком месте, где тебя никто не видел, например, в душе после игры. Как бы то ни было, Аленников на приличном уровне отыграл сезон за Ювентус. У Заварова не все так было гладко. Довольно неплохая игра осенью 1989 года в чемпионате Италии и Кубке УЕФА, где Александр выдавал ассисты и забивал голы, сменилась периодом застоя, про который Заваров потом вспоминал. В феврале 1990 года меня предупредили, что этот сезон будет моим последним в составе Ювентуса. Я был не очень-то и удивлен, так как в клубе, как в руководстве, так и в составе намечались большие изменения. Хозяев Туринцы Ваньели открыто заявил о том, что советские игроки к его клубу не подходят, и он будет делать ставку на немецких легионеров. То есть терпение владельца Ювентуса лопнуло, он желал триумфов прежде всего в чемпионате Италии, чего уже 4 сезона не наблюдалось. Ювентус при Заварове дважды финишировал четвертым в сильнейшей на тот момент мировой футбольной лиги итальянской серии А, плюс Кубок Италии и Кубок УЕФА. Золотая медаль обладателя Кубка УЕФА есть в моей коллекции, вспоминал Заваров. Ее мне вручили вместе с денежной премией за победу в этом турнире. Я думаю, что мы все же принесли определенную пользу с Олейниковым за время наших выступлений в Ювентусе. Когда я бываю в Турине, не скрою, мне приятно, когда не очень часто, но все же меня узнают поклонники туринского клуба. Значит, время, проведенное в большом футболе, прошло не зря. В подтверждение слов Заварова о том, что его помнят в Италии, небольшая выдержка из интервью 2000-х, которое дал российским журналистам Алессандро Дель Пьеро, мировая звезда, зажигавшая за Ювентус период с 1993 по 2012 годы. 2 года назад вы говорили, что лучший игрок мира Месси. Назовите 3 лучших игроков из России. Олейников. Олейничев? Нет, Олейников. А еще Саша Заваров. Они ведь играли за Юве. Это исторические для клуба имена. Я помню, как смотрел их матчи, когда был ребенком. И пускай никого не корежит, что звездный итальянец называет русскими белоруса Олейникова и украинца Заварова. Это повелось еще с советских времен, когда всех жителей СССР за границей называли русскими, независимо от настоящей их национальности. Олейников, кстати, лично у меня вызывает уважение тем, что был одним из немногих футболистов сборной СНГ, кто после Евро 1992 наотрез отказался играть за сборную России, потому что он белорус. Так же, как и украинцы Алексей Михаличенко с Олегом Кузнецовым,
плюс грузинка Хаберт Хададзе. Они оказались настоящими патриотами своей батьковщины Родзимы и не повелись на обещания перспективы процветания своей футбольной карьеры под флагом чужой страны, плюс, как водится в подобных случаях, бочку варенья и вагон печенья. Кстати, в Беларуси Олейников признан лучшим футболистом 20 века. Последних 50 лет к полувековому юбилею УЕФА в 2004 году. Считаю, что справедливо. Но вернусь к Ювентусу 1990 года. После прихода в клуб немца Томаса Хеслера из Кёльна и итальянского суперталанта Роберто Баджо из Фиорентины, команда Анджели вовсе опустилась на 7-е место чемпионата Италии. Завара уже 5 июля 1990 года по приказу Госкомспорта СССР пошел работать в французский Нанси на должность играющего тренера. Поговаривают, сам Мишель Платини приложил к этому переходу свою руку. Чем там умасливал великий француз советских чинуш, чтобы те отправили Заварова в его родной клуб, деньгами или французскими духами для жен, того не ведаю. Но факт свершился. Для Заварова это был явный шаг назад в спортивном плане. Но взамен ему досталась дружба Платини, чем наследником Ювентуса Александр так и не стал. Олейникова же центральный совет «Динамо» руками фирмы «Димот» отправил играть в Лечче, куда Сергей совсем не стремился. Увы, такова была судьба многих первых советских легионеров. Их незнанием правил западного рынка часто беспардонно пользовались дельцы, которые наживались на советских звездах. Но все равно, даже несмотря ни на какие негоразды, советские футболисты лицом в грязь не ударяли. Как вспоминал Олейников, в Лечче выкладывался на поле так же, как делал бы это в любой другой команде. Даром хлеб не ел. И первый сезон мной были очень довольны. Подтверждением тому постоянные вызовы в сборную СССР новым тренером Анатолием Бышевцем вплоть до 1992 года. На этом у меня по данной теме все. Кому понравилось, ставим лайки, а также рекомендуем мой канал «Футбол від Санича» для просмотра друзьям и знакомым. Кто желает, может помочь продвижению канала финансово, реквизиты в описании. Также в описании буду сбрасывать ссылки на видео, которые дополнят мой рассказ. Все дело в том, что я еще полностью не разобрался, какие видео можно использовать на YouTube, а какие табу авторского права. К тому же некоторые факты, которые хотелось озвучить, попросту не вложились в канву текста. По этой причине, например, у меня пропущено упоминание о фееричном противостоянии Ювентуса и Наполи 20 ноября 1988 года, которое представлялось мировыми СМИ как битва Заварова против Марадоны. Но в описании ссылку на соответствующее видео я вставил. До новых встреч! Уважаемые любители футбола, у меня для вас есть еще куча интереснейших тем. Кстати, вместе со мной рубрику «Легионеры СССР» будет вести Влад, с которым вы познакомитесь в следующих выпусках.